Всем привет и хорошего настроения, друзья! Продолжаем тему, листая старые пластинки, листая старые миньоны. И сегодня, чтобы несколько разбавить последние, так сказать, выпуски наших передач, посвященные вокально-инструментальным ансамблям, значит, 70-х, 80-х годов прошлого века, мы, наверное, обратимся к более старым дискам, имеющимся у меня в коллекции. Вот, и Семен, я думаю, тоже возражать не будет, да, Сенечка? Как ты считаешь, пора перейти к чему-то более конкретному? И послушаем, давайте, такие не совсем подобранные по тематике, но, тем не менее, вот интересные диски, которые я нашел у себя. Вот беру первую попавшуюся пачку. Здесь, кстати, есть диски на 78 оборотов. Такой трогательный конвертик с рисованными цветочками. Интересно написано. Долгоиграющие. 33,1 оборота в минуту. То есть это уже пошли пластинки первые после шелачных, которые были виниловые. Но винил еще такой своеобразный. Вот смотрите на этикеточку. И даже яблоко выполнено фотоспособом на фотобумаге. Бежит река, геологи и 18 лет. Также песня «Два берега» на другой стороне. «Ленинград» нарисована решетка летнего сада. Петропавловская крепость. Оборота 33 в минуту. Фабрика «Гумб Пластмасс». Фирмы «Мелодия» еще, насколько я понимаю, не было. Винил такой еще почти не гнущийся. Но уже все-таки винил, а не шеллак. Вот такого же плана пластиночка есть у меня. Несколько ином оформлений. Тоже «Бежит река», «Геологи», «18 лет» и «Два берега». Конверт уже, понятное дело, не родной. Вот, это уже ленинградский завод грампластинок. А пластинка такая же старинная. Тоже фабрика «Гумб Пластмасс». Ой, тут какая-то непонятная субстанция. Вот, тоже решетка летнего сада и Петропавловской крепости. Это, видимо, логотип. Вот, и, соответственно, все то же самое. ГОСТ 56-го года, 56-й год. Вот, цена 45 копеек, вторая группа. Так, а на этом пласте у нас про цену что-нибудь сказано? Или про группу? Вторая группа, цена тоже 45 копеек. Ну, после 60... Так, секундочку, 45 копеек. Если ГОСТ 56, а цена 56, 45 копеек, то я полагаю, что пластинка все-таки выпущена уже, наверное, после 61-го года. Не могла же она стоить 4,5 копейки в тех деньгах, если была до 61-го. Интересно, то есть, но еще не «Мелодия». Вот эта пластиночка, которая красненькая, в очень плачевном состоянии. Я ее даже ставить не буду, мы ее вернем обратно. Пусть лежит и отдыхает. А вот эту, пожалуй, мы с вами послушаем из родной упаковочки. Вот, тут даже правила обращения с пластинками нанесены раньше. Как бы, видимо, после шеллака считали необходимым напомнить гражданам о том, как обращаться с виниловыми дисками. Какой-то интересный логотип ПМ. Может быть, пластмасс, фабрика как раз. То есть, ну, винил, в принципе, это, да, пластическая масса. Так, не указано, какая сторона первая, какая сторона вторая. Вот. Поэтому мы с вами поставим ее, видимо, как нам на душу придется. Давайте начнем с «Бежит реки». Вот. 33 оборота, все верно. Скорость выставлена. Ну, давайте послушаем фрагмент этой замечательной, надеюсь, песни о том, как бежит река. Но нет любви хорошей у меня.
Заслушался невольно до конца песни. Заслушали. Ну, надеюсь, не забанят. Хотя вот ради эксперимента посмотрим, будет ли предупреждение от Ютуба об авторских правах. Какая хорошая песня душевная под гармонию, да? Следующая называется «Геологи», известная за свое время песня, по-моему. «Геологи». Романтика. Кто это поет, интересно. И Брежевская, не знаю, как ее правильно зовут, музыка Пахмутова, слова Гребенькова и Добронравова. Замечательно. Высокая романтика, идеологии тех лет. 18 лет, следующая песня, на другой, не знаю, первой или второй стороне, запевает В. Аношина. В. Аношина запевает нам 18 лет. Давайте послушаем фрагмент этой песни. За рекой, за лесом, солнышко садится, что-то мне под руки, дома не сидится. Сердце ждет.
чего-то бьется за такая хорошая, простая, незатейливая песня о вечном, наверное, все-таки, о любви, о молодости. Следующая песня называется «Два берега» на этой стороне этого диска. Давайте послушаем фрагмент. Берега в одной реке. Ну что ж, интересно было послушать эту пластиночку. Я ее давно, а может даже никогда не запускал. Вот. А сейчас давайте окунемся вглубь. Не веков, наверное, а лет все-таки. Вот ГУМП, фабрика пластмасс, Ленинград. Синопская набережная А1-3. Здесь у нас Адмиралтейство во всей своей красе. И тоже, кстати, правила обращения с пластинками. 1960 год. Еще дореформенный конверт. До реформы денег. Вот здесь уже шеллак. Это, как вы видите, по размеру и не миньон. Миньон получается у нас несколько меньше, да? Вот. Это миньон, а это и не средний размер диска, ну и, конечно, не LP. Вот такие интересные, нечасто встречающиеся шеллачные пластинки. Ну, скажем так, не раритет, но все-таки более редкие, чем обычный размер шелачного диска. А, опять-таки, фотоспособом напечатана этикетка, на которой мы видим изображение сфинксов на набережной Невы, тех самых египетских. А вот, и что тут у нас? Фабрика ГУМП «Пластмасс». На первой стороне это 78 оборотов, разумеется. Мой любимый, музыка Островского, слова Цетлина. Поет Александра Коваленко и оркестр студии под управлением Ан Батхина. ГОСТ 56-го тоже года. Странно. Тот ГОСТ 56-го года был на пластинке винила сейчас. 6-й или 65-й? Пардон. А, это, пардон, это тоже ГОСТ 56-й. Странно. 52-89-56. И тоже 52-89-56. Странно. Один ГОСТ был и на винил. И на винил, и на шеллак, что ли? Ладно, послушаем песню «Мой милый». Естественно, одна песня на стороне. Вот. Пластинка маленькая за счет того, что расстояние между дорожками, видать, уменьшено. Так, ставим. Как-то она с трудом налезает у нас на шпиндель. Видимо, патефонные. Это же патефонная пластинка. Шпиндели были потоньше. Не учел этот момент. Переключаем скорость на 78.
оборотов. Ну и, разумеется, иголку тоже перекидываем. Благо здесь игла переключается на 33, на 78 оборотов. Дикселент тех времен. Бодрит и заводит. Как меняются музыкальные стили и вкус, да, со временем. Так, вот теперь снять бы ее, не поломавши. Вот это проблематик. Да, пластинка хрупкая, а дырочка под шпиндель маленькая. То есть, получается, ее еще на современных проигрывателях, вероятно, и не крутили. А на второй стороне «Прощай, мечта» Людмила Бровкина. Оркестр тоже Баткина. Мексиканская, кстати, песня. Давайте послушаем Мексику. Вот, ну, рискнем, да? Не забанят. Мексиканская песня на русском языке почему-то порадовала нас с этой стороны этого диска. Ну и похоже, теперь его вообще не снять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это да, вот это я попал. Сейчас он возьмет и сломается. Да, хотел еще одну пластиночку вам поставить. Нет, потихонечку идет, смотри-ка. Так, по идее, конечно,
Разрабатывать это отверстие круглым напильником занятие неблагодарное, потому что будет эксцентриситет при вращении пластинки, поэтому, видимо, надо, вероятно, эти диски слушать уже только на патефоне или на соответствующем шпиндере. Ну что, еще одну послушаем. Как считаете? Губ фабрика пластмасс Ленинград Синопская. Так, это штамп. Ага. 59-й год конверта, по крайней мере. Ну, я верю, что и пластинка, возможно, с того года в нем пролежала. Тоже шеллак, буковка Ж на ней обозначена. Это, думаю, фамилия Жердина, это моя тетушка. В те годы покупали они пластинки к патефону. И записано, здесь уже на фотоэтикетке растральные колонны наши изображены. И имеют следующие песни. Премьера, о, «Фокстрот» из кинофильма «Золотая симфония», музыка Эл Олиаса, оркестр, видимо, просто инструменталка. А вторая песня «На льду», танго из кинофильма «Золотая симфония». О, третья группа, цена 5 рублей 70 копеек, здесь хоть цена обозначена, то есть 35 копеек на послереформенные деньги. Ну что ж, в принципе, не знаю, 3,50, а 5, пардон, 50, 57 копеек, 5 рублей 70 копеек. Или 57 копеек на послереформенные деньги. Пол рубля. Ну, такая адекватная, я думаю, цена. Так, какая у нее... Так, с чего мы начнем-то? Давайте с премьеры. Какая у нее отверстие какое? Такое же. Такое же, если не меньше. Ну, вроде приземлилось. Так, протрем-ка мы их от пыли. Имеет место быть пыль веков. Хотя отрезка меньше не будет, шелачные диски, они вот по определению вот так вот шипят, трещат и потрескивают при воспроизведении. Забанить могут на самом деле, но рискнем. Ну что ж, не дурной вкус у моей тетушки был в молодости, бодрая такая музыка, жизнерадостная, много духовых, да, звонких инструментов. Так, теперь снять бы этот диск еще. Так, вторая сторона «На льду» — это танго, а до этого был фокстрот. Кто умеет танцевать под такую музыку, признавайтесь? Я не умею. Так, фокстрот, надо бы попробовать изучить. Так, ну а теперь, соответственно, танго. Джигу, румбу и танго. Thank you.
что ж, вот мы с вами познакомились с некоторыми, так сказать, замечательными пластинками из гуще веков. Ну, не 100 лет еще прошло, но уже сколько? 70 лет, да. 70 лет назад это радостно играло. На этом, наверное, мы первый наш обзор на старые пластиночки завершим. Вот, оставайтесь в канале. Всегда с вами Сергей. Всем привет и хорошего настроения.